Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами я, Сергей Шерин, и мы находимся на новом объекте, который мы сдали только сегодня. Поселок Малая Репина, Ленинградская область. Мы сделали для заказчика вот такую лестницу. Облицована она цельнолламельным ясенем. Перед этим мы сварили металлокаркас. Сейчас я покажу, как мы снизу его зашили. Здесь очень интересно сделана подсветка. Вот так она выглядит. Проходные выключатели можно сверху и снизу включать, выключать. Здесь у нас вот такой поручень удобный. Пойдемте наверх. Два вот таких интересных светильника на самой площадке. Ограждение выполнено из закаленного стекла толщиной 12 мм. Это очень прочное, мощное стекло. Вот на таких крепежах оно интересных. Все очень красиво смотрится. И также поручни из ясеня. Здесь мы для заказчика сделали ограждение второго света. Закрыли вот таким коробом, очень красивым, сам брус. И выставили вот такое ограждение, которое состоит из трех стекол. Здесь прям очень классный, красивый вид. Снизу металлокаркас у нас зашит вот таким образом. Сам металл мы не видим нигде, хотя он, как полагается, весь грунтованный. Мы тут видим только вот две стойки. Одна несущая и вторая.